так його! Давай! Давай, пішов! Тут ни хера не европейский элемент замес. Куда? В Европе разошло, ну, во всех ходах, нет, три. Ты же пятая. Четвертая. Поменять, ну, четвертая. Так и при нас. Шановні вболівальники, адміністрація стадіону та керівництво міліції після закінчення матчу під час виходу із стадіону просить вас при виході не поспішати, бути взаємовічливими, не скопчуватись, підтримувати порядок. Звертайте увагу на дітей та громадян похилого віку. У разі необхідності надавайте їм допомогу. Ну, победа на достаточно. Давай, пошел! Давай, пятый! Ломай его! Ломай! Давай, Кристоф, пошел! Подсказоньки. Сейчас будет гол. Сейчас будет гол. Все эти. Я умею. Да, гол!
розіграйте його. Зрителі забігають, все. Какая-то минута уже. Три минуты давай. А, 90. Главный арбитр матча компенсировал 3 минуты к основному времени игры. Курва, твою мать, не бейте. Кончай их, команду поставили. Кого они там решили? Если я не ошибаюсь, это Дэвид Бекхэм сейчас выйдет. Двенадцатая по счету замена. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Рыбак. А офсайдик? Специально делает офсайдик. Ну понятно. Зачем ты это входил? Уважаемые зрители, следующий матч на нашем стадионе состоится 26 августа. Это будет матч 6-го тура чемпионата. Кстати, 26-го круга мы будем. Команд второй лиги. Это что уже? По-моему. Кристалл будет играть против команды Десна, город Чернигов. Ждем вас на нашем стадионе. На него своим надаем! Опаньки. Oh!
подойдите для получения приза. Главное, что не забыл. Спасибо! Не стану куда подождать. Блин, давай.